23.414.6.2018 обновлено 17.36 14 июня 2018 года 187.111 Москва 14 июнь РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Татьяну Голикову координатором российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 1 мая 1999 года 92 ФЗ российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений постановляю назначить заместителя председателя правительства Российской Федерации Голикову Татьяну Алексеевну координатором Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания 14 июня. Решетка Владимир Путин, решетка Татьяна Голикова, решетка Россия.